Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре катушечный пистолет для гвоздей от компании Sigma. Код товара 671-3551. Данный пистолет работает с катушечными гвоздями длиной от 45 до 70 мм. По характеристикам, которые указывает производитель: пневморазъем 1,4, вес самого пистолета 3,9 кг, рабочее давление от 4 до 7 бар. Максимальное до 8 бар. Объем потребляемого воздуха 90 литров в минуту. Поставляется пистолет в кейсе пластиковом с набором аксессуаров. Сверху картоновая упаковка. Вот видите. Ну, обычная картоновая упаковка. Так, по пистолету. Начнем с материалов, с которых он изготовлен. Корпус полностью металлический. Единственное, магазин для гвоздей идет накладка пластиковая. Ручка прорезиненная, накладка резиновая для удобства. По регулировкам. Здесь вы видите флажок красный. Это переключение забивания, то есть одиночное или автоматическое. Курок спусковой. С этой стороны у нас глубина забивание гвоздей регулируется от колесик. Кстати, здесь даже указано, вот выбито на корпусе. Что еще по регулировке? Так, вот магазин. Откроем. Ну вот, ударный механизм. И открывается магазин. Объем магазина 300 гвоздей. Если видно, поднести ближе. Так. Дальше. Сверху регулировка выхода воздуха. Вот как на всех пневмостеплерах это есть. Также присутствует и здесь. Вот в руке он, видите визуально, габариты самого пистолета. Оставляется он с пневморазъемом. То есть можно сразу подключать его к шлангу. Вот, пневморазъем присутствует. Перед работой не забывайте смазывать его или ставить лубрикатор на компрессор или мини-масленку. Можно закапывать напрямую воздушное отверстие масла. Только не заливать, а пару капель перед работой. Так, по габаритам самого пистолета. Высота пистолета 32 см, длина 34 см. Вес, я уже сказал, около 3,9 кг у нас вышло на весах. Указывает производитель 3,5. Тут такой спорный вопрос. Поставляется пистолет очки защитные. Но это самые обычные, поэтому я не думаю, что вы с ними будете работать. И набор Г-образных ключей. 4 Г-образных ключа шестигранных. Для того, чтобы можно было обслуживать сам пистолет. Вот такие ключики. Также идет в комплекте мини-масленка. Сейчас я покажу. Вот она. Тут немного в ней масла есть. По кейсу. Кейс идет пластиковый. По габаритам его. Ширина кейса у нас 40 сантиметров. Высота 35 и глубина 15 сантиметров. Запирается на пластиковые замки. Замки очень удобные. Данная модель пистолета является популярной очень, потому что хорошее соотношение цены и качества. Гарантия 6 месяцев на данный пневмопистолет. Поэтому мы рекомендуем его к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.